Всем привет! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, с вами Олег Кузьмичев. Это у нас седьмая часть видео, виртуальная стройка монолитного дома проекта Певчий Комфорт Класс. Многие подписчики задавали вопрос про плиту именно террасы, как сделан терморазрыв. И, извините за шум, работают. Вот показываю, как сделан у нас терморазрыв. Заметьте, у нас арматура никак не связана с монолитной конструкцией дома. Вот здесь мы сегодня будем заливать ребра. Кстати, уже у нас вот здесь греющий кабель. Будем греть бетон, потому что температура воздуха у нас за бортом в районе 0 градусов. Вот. Дальше будет у нас плюс 1, плюс 1, плюс 2. Но у нас температура все равно критическая. Бетон надо греть. И будем греть примерно 2-3 дня. Но давайте вернемся к нашей плите. Вернее, к нашей веранде. Вот по кругу будем ходить, и я буду говорить. У нас утеплитель снизу под основанием. Вот он лежит. Гидроизоляция положена. Вот у нас гидроизоляция. Здесь песок. Но мы сегодня будем заливать только ребра. В основании, опять же, плита будет сверху утеплена. То есть никакого промерзания грунта не будет. У нас здесь будет теплая отмостка в дальнейшем. То есть у нас под верандой будет теплый грунт. Ну а если взять зоны по теплопотерям именно самого дома, то у нас в доме из-за этой веранды уже возникает зона 4 по теплопотерям по грунту. Кому это интересно, можете найти это все в интернете. Здесь у нас немножко лежит снежок, видите. С этим делом мы будем бороться путем. У нас сейчас большая бочка с водой греется. Перед заливкой бетона мы будем все это поливать водой. Многие сразу задают вопрос. Так как связи с монолитной конструкцией нету, эту всю конструкцию поднимет вверх. Но ее поднять вверх может только пучинистыми грунтами. Второе, она упадет вниз, если плохо провибрировано основание. Мы вибрируем и замеряем плотность с помощью плотномера. Вот. Если у нас плотность грунта нормальна, она уже будет стоять. Если у нас не будет утеплено основание, то фактически у нас пучинистые грунты могут задрать эту плиту. Ну, вот эту веранду. Если у нас первое и второе условие выполнено, то она под своим весом просто будет стоять. Вот, например, одни ребра, на одни ребра уйдет 5 кубов бетона. Ну, плюс арматура. Ну, умножаю на 3, это 15 тонн. Плюс, я не знаю сейчас, сколько там будет у нас бетона, именно плита заливаться. Плюс еще будет вес плиты. То есть, вот посчитайте, какая масса будет лежать на грунте. Это решение не первый раз применяется. И это принятие решений применяют частенько на больших стройках. Так что, кто хочет покритиковать, можете критиковать. Вот так у нас идет прогрев ребер отлитых. Они отлиты были 3 дня назад. У нас закрыты еще пленкой. Вот можно увидеть капельки воды под пленкой. Вон они. Вот они. Вот они стекают. То есть там кабель заложен. Греющий, вот он у нас подсоединенный, и пленка, и немного сбоку утеплитель. Ну, он фактически работает, закрывает от ветра, не более. Итак, дорогие друзья,
подписывайтесь на канал и смотрите дальнейшее строительство монолитного дома именно в холодное время года. Именно всем интересно, наверное, увидеть, как мы будем прогревать стены второго этажа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте спонсорами нашего канала и также заходите в группу Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте. Мы начали развивать эти сервисы. Всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев.